Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об особенностях содержания глухих питомцев. Глухота, полная или частичная, встречается у домашних питомцев не так уж и редко. Некоторые животные рождаются глухими, у других глухота может развиться в течение жизни. Однако потеря слуха – это не приговор. Питомец с такой особенностью может стать вам настоящим другом, если учитывать некоторые нюансы его содержания. Какие? Сейчас расскажем. Глухие питомцы отлично усваивают язык жестов, поэтому звуковые команды можно легко заменить жестами. Например, поднятая неподвижная рука означает «стой», руки, движущиеся вниз или вверх, означают «лежать» или «сидеть» соответственно. Также какими-либо жестами можно обозначить такие понятия, как прием пищи, прогулка, игра. Главный принцип дрессировки остается прежним – формирование положительных ассоциаций и их подкрепление. Вознаграждайте лакомством каждый успех. Питомцы закрепляете таким образом желаемые модели поведения. Помимо жестов, используйте визуальные сигналы для общения с глухим питомцем. Например, подойдет свет фонарика. Так для каждой команды можно придумать определенное движение фонариком. Важно, чтобы каждый визуальный сигнал был закреплен за конкретной командой, чтобы питомец не запутался. Глухие питомцы отлично усваивают и разного рода вибрации. Например, если вы подходите к собаке сзади, топните ногой, но аккуратно, чтобы не испугать питомца. Так он поймет, что кто-то приближается со спины и не будет бояться. Если питомец уснул под столом, коснитесь поверхности мебели, чтобы привлечь его внимание. Ни в коем случае нельзя отпускать глухих животных на самовыгул. На прогулке питомец всегда должен быть на поводке. Глухое животное на улице подстерегает опасности в виде недружелюбно настроенных собак и транспорта. Для безопасности питомца можно использовать специальный электроошейник в режиме вибрации и связать его сигнал с какой-либо командой. Таковы главные особенности содержания глухих животных. Заботьтесь о вашем глухом питомце, и пусть он проживет долгую и счастливую жизнь. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!